Горел один из торговых центров Одессы. К счастью, это лишь плановое учение сотрудников ГСЧС совместно с национальной полицией и медиками. Как между собой распределили роли профессиональные спасатели и персонал, расскажет Александр Тарасенко. Первыми принимают на себя удар сотрудники торгового центра. До прибытия основных сил спасателей они помогают эвакуировать посетителей и тушить пожар с помощью внутреннего водопровода. По легенде, условное возгорание началось на третьем этаже торгового центра. Спасатели разделились. Одна группа зашла через главный вход, другая при помощи лестницы. Пожарные ритуальные подразделы залучались за підвищеним рангом виклику пожежа номер 2. Всього до гасіння умовної пожежі було залучено 12 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 42 чоловіки особового складу пожежно-рятувальних підрозділів головного управління. До гасіння умовної пожежі залучались взаємодіючі служби від національної поліції, екіпажі та швидкої медичної допомоги. Ответственный за пожарную безопасность торгового центра уверяет, проводит инструктаж раз в 2 месяца. Ну, чтобы люди, в принципе, не попадали такой, как у нас в Кемерово было, чтобы люди врасплох оказались, никто ничего не знал, какие действия. Должно быть все у нас, и двери, выходы были все освобождены, все открыто, практически доступ ко всем должно быть выходом. Свободы, никаких загромождений не должно быть. Спасатели, в свою очередь, говорят, учениями довольны, но еще необходимо поработать над ошибками. Александр Тарасенко, Константин Лужневский, 7 канал.